Торговые центры в конце рабочей недели ждут наплыва посетителей. В Черную пятницу скидки готовы предложить не только магазины одежды. Что стоит покупать на распродаже и почему не все акции помогут по-настоящему сэкономить? Анна Братушкина узнала у экспертов в преддверии глобальной распродажи. Практически во всем масс-маркете есть распродажи, которые постоянно, есть стойки, но там смешанные коллекции, там очень маленький выбор. Куда больше выбор на распродажах в Черную пятницу, объясняет тренд-аналитик. Скидки делают на многие позиции, однако по-настоящему и намного цены снижают лишь на часть товара. И нередко, по словам экономистов, на то, что сначала подорожало. Что я рекомендую брать? Это всегда база. Это максимально качественные вещи, которые без сейл достаточно дорогие. Это хлопок, это кашемир, это шерсть, это какие-то интересные бренды. Смысл такого шопинга на распродажах — это именно все-таки охота, когда ты смотришь бренд, с которым ты не знаком, пробуешь что-то новое и ищешь какие-то вот интересные вещи, которых тебе не хватает в гардеробе. В Новосибирске во многих магазинах «Черную пятницу» растянули на всю неделю. В первую очередь это маркетинговый ход. Задача – привлечь новых клиентов и порадовать постоянных. У нас шубки представлены, которые... ну, в среднем 1700-1750, наверное, по рынку стоит. То есть тут у нас их стоимость сейчас 1500. То есть скидка очень хорошая. Всегда интересно привлечение клиента, в принципе, любым способом. Плюс ко всему есть какие-то вещи несезонные, которые тоже неудобно хранить. Распродажи под эгидой «Черной пятницы» проводят не только магазины одежды. Флешмоб поддерживают и ювелирные салоны, и салоны сотовой связи, мебельные магазины, магазины электроники и многие другие. Скидки можно получить даже не на совсем обычные услуги, например, на курсы психологии. Не стоит забывать, что «Черная пятница» не последняя крупная распродажа в году. Большие скидки будут перед Новым годом и во время каникул. Но уже сейчас можно начать готовиться к празднику и купить вечернее платье с хорошей скидкой. Анна Братушкина и Алексей Андробаев, Новосибирские новости. Спасибо, что смотрите канал «Новосибирские новости». Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.